Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем обучаться необычному, так сказать, трюку крутить ракетку на пальце. И поехали! Выглядит это примерно вот так. То есть вы крутите ракетку. Вот. Чтобы научиться крутить ракетку, вам нужно сначала просто балансировать на пальце ракетку приблизительно ближе к части, где ручка. Вот тут. Просто побалансировать ее на пальце, чтобы она у вас не падала. Вот так приблизительно. Потом вы ставите палец в эту часть, ближе ручки, и за ручку просто вот так закручиваете. Закручиваете вы на себя, то есть на себя. Закрутили, и она у вас постоянно будет падать. Вам нужно будет найти баланс ракетки, потому что у каждой ракетки свой баланс. И получается, вы ставите, и приблизительно, чтобы она у вас просто крутилась немножечко, вот так. Потом, как вам нужно будет ее со временем подкручивать. Вы, допустим, научились вот так закручивать, она у вас крутится, а потом она, естественно, останавливается. И чтобы подкручивать ее, вам нужно делать вот такое движение. Не слишком сильное и не слишком слабо. Как вы чувствуете, что она начинает у вас просто терять скорость, вы начинаете делать это движение, и вам нужно поймать момент, когда она начинает крутиться. Но потом у вас это будет уже получаться и получаться. Со временем вы будете это делать все лучше и лучше. Сначала она у вас будет вот так крутиться, потом вы уже будете крутить ее намного дольше. И если вам понравилось это видео, то кликайте на лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на эту красную кнопку, чтобы она становилась серой, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить моих новых видео. Всем удачи, всем пока!